15 марта в зале городской администрации состоялось рабочее совещание генерального директора ОАО «ДАК Электросети» Муртаза Легитина Расулова и главы города Зайнудина Акмазова с руководителями всех муниципальных учреждений и ведомств. Во время выступления были затронуты вопросы, подлежащие решению в кратчайшие сроки. Это касается в первую очередь проблем с платежами, увеличения роста потребления электроэнергии при отсутствии соответствующего оборудования. Каждым годом рост потребления у нас в среднем от 10-15% растет электроэнергия, потребность потребителей. То есть, если мы вот видели в Пасаюрте порядка 170, как было сказано моими специалистами, это до 2006 года, к примеру, да. Сегодня мы уже достигаем, это единиц трансформаторных пунктов в этом городе. Сегодня мы доходим до 800. Это огромный объем, который сегодня мы, значит, от нашей подстанции узловой затерично-производственного участка по этому фидеру городу потребляет. И получается так, что потребление растет, потребность у потребителей есть. За качество этого продукта мы должны отвечать. А платежей у нас всего лишь, хочу отметить, 40%. Представляете, мне надо сейчас привести в соответствие 800 трансформаторных пунктов. Надо мне, значит, отремонтировать более 5000 километров. Если взять, она, вы знаете, по объему, по численности, второй город после Махачкалы по потреблению электроэнергии. Присутствующими был обозначен ряд вопросов, подлежащих обсуждению и дальнейшему принятию решения в плане обеспечения подачи стабильной электроэнергии как в центральной части города, так и на близлежащих поселках. В свою очередь глава города обратил внимание, что по всем показателям за муниципальными и бюджетными учреждениями практически отсутствуют задолженности. Систему энергообеспечения на сегодняшний день можно считать основным фактором, вызывающим недовольство горожан. Это связано в большей части нехваткой инфраструктуры и изношенностью линии, отметил Акмазов. ДАГЭнерго нам помогает, наверное, больше, чем любому другому городу. Находим мы понимание у них, но, естественно, и платить надо. Как вот тут Магомед сказал, электроэнергия – это тоже товар. Но здесь, по-моему, должны работать больше и активнее. Абонентские службы, они должны заключать договора с управляющими компаниями в многоэтажных домах. Если вопрос стоит об этих общих счетчиках, этих домах, тоже надо договора с ними заключать энергетиками, с управляющими компаниями. Вот они же договора заключают, по договору они получают за сбор. Другой вопрос, что потребление электроэнергии – это объективный процесс, потому что у нас по статистике это 140 тысяч населения, а фактически здесь где-то за 170 тысяч населения. И чтобы подвести немного итог, давайте разработаем дорожную карту. Что мы можем сделать, что вы можете сделать, чтобы вот эти долги сократить до минимума. В продолжении совещания представителям ДАГЭнерго были заданы различного рода вопросы. В основном присутствующих интересовала проблема слабого напряжения электроэнергии. Отвечая на вопрос, Гитина Расулов сказал, что уже на днях проблема с перепадами напряжения в центральной части города будет устранена. Для этого муниципалитету выделят трансформатор более сильной мощности, также около 30 железобетонных опор. По итогам совещания перед ответственными службами была поставлена задача завершить процесс инвентаризации бесхозных сетей и трансформаторов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».